Друзья мои, автоматические откатные ворота. Пока есть электричество, все работает прекрасно. На пультике нажимаем кнопочку, они начинают открываться. Нажимаем другую кнопочку, они начинают закрываться. А вот электричество выключили. И что же делать? Как их открыть? Как въехать на участок или как выехать с него? Понятно, что владельцы автоматических ворот прекрасно это знают. А вот если вы только собрались их ставить, вот вам ответ на этот вопрос. Все достаточно просто. За открытие ворот отвечает привод. В обычное время привод имеет блокировку, и ворота просто так не открыть. Когда выключают электричество и пользоваться приводом невозможно, эту блокировку просто нужно снять. Открываем защиту, берем уникальный ключ и открываем блокировку. Блокировка снята. Теперь ворота, если они, конечно же, хорошо отрегулированы при установке, можно без труда открыть. И также без труда закрыть. Это все, друзья. Спасибо за внимание. Надеюсь, ответил на этот достаточно важный вопрос. Пока. Да, кстати, друзья мои, про особенности эксплуатации ворот в зимнее время, про то, как сделать экран от непрошенных животных, о том вообще, какие нюансы нужно соблюсти при установке ворот, как к этому подготовиться, я обязательно оставлю ссылки в описании к этому материалу. Посмотрите их, если собираетесь ставить подобные. Они очень важны, потому что потом, когда вы сделаете что-то и, возможно, сделаете это неправильно, ну, как говорится, будет поздно. А теперь точно пока!